Se pronunță dispozitivul decizie. Instanța judecată decide. Admite apelurile declarate de procurorul Musacovski Sergiu, de avocatul Bolocanu Dumila în numele inculpatului, de avocatul Bodnariuc Alexandru în numele inculpatului, de inculpat. Casează sentința judecătorii Chișinău, Tietiu Centru, din 16 iunie 2017, privindul pe Davidean David Carlier. Total și dispunerea judecarea cauzei de către judecătoria Chișinău, Sigur Buican, în alt complet de judecată. Măsura de reprimare, arestarea preventivă se revocă. Și Davidean David Carlier se pune în libertate imediat din arest. Decizia este definitiv executorie, însă poate fi supusă recurs ordinar la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 zile data pronunțării, 6 iulie 2020, ora 14. Semnătura punctului de judecat. Bravo! Las loc. Continuăm ședința. Решил освобождать его. Все, освобождай его. Наконец-то вы добились. Поздравляю вас. Спасибо большое, что у нас... Я всегда говорил, что у нас во главе Генеральной прокуратуры с самого начала, господин Стояногур, который вот очень порядочный, честный человек, и вот под его контролем, вот эту комиссию создали, и вот рассматривают все дела эти политические заключенных, которые пострадали очень сильно от режима прошлого, бывшего режима, вы знаете, как наша семья пострадала и сколько дел сфабриковали. Огромное спасибо вам, господин Стояноглы. У народа появилась вера и надежда к Генеральной прокуратуре. Раньше, когда прокуратуру сложили, мы боялись, сказали, что заказное все, они наезды и беспределы будут. А сейчас верим и надеемся, что будет еще лучше. Сколько людей пострадало от режима. И всем свободу, пожалуйста. Я, наверное, из всех многих потерь, которые пострадала, очень сильно. У меня каждый божий день был адским. На следующий день я с ума сошла, чтобы увидеть своего сына свободным. Слава Богу! Спасибо вам огромное, господин Стояноглы. Весь народ уже верит, что вы есть. Под вашим командованием будет справедливость и честное рассмотрение всех дел. Ну и всех политических этих жертв, и не только политических. Спасибо вам большое. Пашка, спасибо тебе большое. Спасибо Андрею Берушашвили. Спасибо Мирикину. Поедем, едем за Давидом сейчас.